Выездные приемные администрации Северского района начали свою работу. 5 июня прием граждан провели в поселке Афипском. В нем приняли участие заместители главы и сотрудники администрации Северского района, руководители и специалисты ресурсоснабжающих организаций, представители соцзащиты и здравоохранения. Жители обратились по вопросам энерго- и газоснабжения, медицинского обслуживания, переселения из аварийного жилья и работе дошкольных учреждений. По всем вопросам специалисты дали компетентные разъяснения. Выездные приемные пройдут во всех поселениях района в период с 5 июня по 7 августа. Следующая приемная запланирована в поселке Ильском 19 июня в 16:00 в местном Доме культуры.